Закроют ли Турцию для туристов из России? Многие россияне предпочитают новогодние праздники отмечать в жарких странах, например, в Турции. Но в этот раз традиции любителей тропических каникул находятся под угрозой. А виной всему стал новый штамм COVID-19 «Омикрон». Пока российские власти не планируют закрывать границы со странами, где зафиксированы случаи заражения африканской мутацией ковида. Однако, как показала практика, все может измениться в считанные дни. Чтобы понять, закроют ли Турцию для туристов из России, порталом «Врачи РФ» проведен опрос среди высококвалифицированных медиков по поводу необходимости прекращения авиасообщения с другими странами. Результаты показали, больше половины специалистов в области медицины, это примерно 60%, считают, что в настоящее время есть необходимость закрытия границ совершенно со всеми странами в связи с активным распространением омикрона. За открытые авиасообщения проголосовали 19% медиков. Они уверяют, что опасности никакой нет. 21% респондентов предполагают, что властям нужно ввести небольшие меры безопасности, например, закрыть границы с теми странами, где зафиксированы случаи инфицирования африканским штаммом ковида. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все россияне, прибывающие из-за границы, обязаны уходить на двухнедельную самоизоляцию. Но, к счастью, в Федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом никаких комментариев по поводу планов, связанных с закрытием границ, не дали. А как думаете вы? Напишите в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!